Самая восточная часть Африки своими очертаниями напоминает рог носорога, распарывающий Индийский океан. Поэтому полуостров часто называют африканским рогом. Люди издавна заселили здешние края. Занимались нехитрым земледелием, ремеслами, разводили скот, торговали. Здесь кочевали, то сталкиваясь, то мирясь друг с другом, сотни племен и народностей, люди разных рас и религий. Менялись века и тысячелетия, неизменным оставался лишь раз и навсегда сложившийся уклад жизни большинства населения. Сердце африканского рога – Эфиопия. Страна с древней культурой и богатым природным миром. Побывавший здесь в начале 20 века поэт Николай Гумилев писал: «Между берегом буйного Красного моря и суданским таинственным лесом видна, разметавшись среди четырех плоскогорий, с отдыхающей львицей схожа страна». Об эфиопах Гумилев писал как о сплоченном, безумно храбром и удивительно выносливом народе. Действительно, им не раз с оружием в руках приходилось отстаивать свою независимость. Особо тяжелые испытания выпали на долю Эфиопии во второй половине 20 века, когда внутри страны и вокруг нее завязался тугой узел проблем. Здесь столкнулись и перемешались амбиции местных сепаратистов, острые региональные противоречия, интересы идеологии и геополитики. В конфликт оказались вовлечены десятки стран. В итоге долгие годы на африканском роге полыхала война, которая до предела разорила и без того небогатую страну и унесла сотни тысяч жизней. Эфиопия – это единственная страна, которая не была под колониальным гнетом. И они этим гордились и гордятся. Кроме того, эфиопы считают себя супердержавой в Африке. Это третья страна по населению после Нигерии и Египта. Эфиопия считает себя выше других. Установить вот такие рабочие, что ли, деловые отношения с эфиопом очень сложно. Надо преодолеть вот эту внутреннюю недоверчивость, и он не всегда даст вам возможность перейти этот рубеж. Они к иностранцам довольно-таки относились настороженно, не только к американцам, но и к нам тоже самое. Я об эфиопском народе самого высокого мнения. Это трудолюбивый, талантливый, исключительно выносливый народ. И в этой стране 5% грамотного населения. А 95% не считать, не писать, ничего. Несмотря на повальную неграмотность, едва ли не каждый эфиоп слышал о Пушкине и считает его своим поэтом. Прадед Александра Сергеевича по материнской линии Ибрагим действительно был родом из этих мест. Его привезли ко двору Петра I, крестили и дали фамилию Ганнибал. С тех пор предки поэта верой и правдой служили России. Александр Пушкин получил от них в наследство и африканские черты, и взрывной темперамент. О своих корнях поэт всегда помнил и гордился ими. Любой разговор с эфиопом начинался с того, что они очень любят и ценят нашего Пушкина. И сразу улыбка, как только о Пушкине заговорили: «О, да это же наш туда-сюда и прочее». Они там ценят, любят, без вопросов. Это единственная страна в Африке, где существует наша православная религия. И что с 1883 года и по сегодняшний день духовенство этой страны готовится у нас в Ленинградской духовной академии. Они вот православные люди, там 60% православных, а остальное окружение – это мусульманский мир. Ну и, конечно, тяжеловато им приходилось. И вот у них сказки, легенды, что есть где-то на севере великая большая страна, которая тоже является единоверцами, которая в случае необходимости может помочь и так далее. Эфиопию мы поддерживали неоднократно. И царская Россия поддерживала Эфиопию после битвы при Адуа в 96 году. Это был первый, так сказать, наш выход
в Эфиопию, когда были посланы, и оружие посылалось, и потом врачи приезжали. Кстати, очень высоко оценит Эфиопию до сих пор. Это было в 1935 году, когда развернулась агрессия фашистской Италии против Эфиопии. Мы поддержали ее в Лиге наций, не признали оккупации и так далее. Те войны, которые шли, особенно вот итальянский, так сказать, экспедиционный корпус, творили там такие безобразия. Я допущен был и видел эти материалы, фото и прочее, прочее. Это ужас, что там творили они, понимаете? И это все остается. Оно сразу из народа не выходит. 3 октября 1935 года фашистская Италия всей своей военной мощью обрушилась на страну, которая называлась тогда Абиссинией. Муссолини мечтал создать свою африканскую империю. Главным препятствием на пути к этому была независимая Эфиопия. Это была тяжелая и кровопролитная война. Эфиопия пала под ударами бронированных войск, но не был сломлен дух ее народа. Захватив Аддис-Абебу, фашисты разрушили ее. Однако итальянская оккупация продолжалась недолго. Воинственные и свободолюбивые эфиопы лишний раз доказали, что подчинить их иноземной воле невозможно. Борьбу с итальянцами возглавлял император Хайле Селаси. Этот незаурядный правитель царствовал в Эфиопии 44 года. Это, по-моему, вообще уникальный император, который пользовался фавором и любовью всех великих держав, включая Советский Союз. И вообще, это человек с легендарной репутацией. Он считался чуть ли не 111-м потомком великого царя Соломона и царицы Савской. Поэтому эта легенда из века в век шла за этой династией, и она к нему прилепилась вполне закономерно. Он просто от ногтя, ну вот просто до макушки, и вообще весь аристократический человек. Когда он ходил как наследный принц, вот в отрядах окружения императора, или просто обучался вот в этих отрядах, он ходил, как простые все смертные, босоногие, обычно одетые, не бог весть как. Его выделял только ружье дорогое и осанка. И осанка, он, и взгляд. Вот. Он очень маленький, щуплый человек. Но его взгляд был такой, чтобы видно было, что перед тобой не простой смертный, а не простой солдат. Императорский режим устраивал вполне Советский Союз, потому что у нас было вполне плодотворное, спокойное сосуществование и сотрудничество, в том числе на международной арене. Причем испокон веков мы всегда присутствовали в Эфиопии за счет нашего Красного Креста. У нас там очень успешно функционировал, и до сих пор он остается, госпиталь Балча. Так что в этом отношении с императорским режимом Советского Союза были вполне приятные и нормальные отношения. В конце февраля 1967 года по приглашению Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства прибыл император Эфиопии Хайле Селаси I. Царь царей, которого поклонники ямайской религии Растафари и музыки регги до сих пор считают наместником бога Джа на земле, был коронован в 1930 году. Хайле Селаси отменил работорговлю и ввел первую в истории страны конституцию, в которой, правда, оговаривалось, что личность императора священна, его достоинство неприкосновенно, а власть непререкаема. Проводя умеренные реформы, он, тем не менее, правил железной рукой. При нем Эфиопия стала одной из стран-учредительниц ООН и Организации Африканского Единства. Опытный и искушенный политик, в годы Холодной войны он старался играть на противоречиях между сверхдержавами. Император Хайле Селаси, он вел, я бы сказал, двойную игру между Америкой и Советским Союзом. Он, так сказать, и нашим, и вашим. И это показали его последний визит. Я был свидетелем тогда в Москве, когда он последний раз прилетел, по-моему, из Японии. Так, и переговоры вел, так сказать, не поймешь, чего он хотел от нас. Сохраняя в отношении Хайле Селаси внешние приличия,
Москва в те годы сделала главную ставку в регионе на другую соседнюю с Эфиопией страну – Сомали. Эта ветвь, на которой вмещается до 50 килограммов бананов, уже не нужна дереву. Ее отрубают, чтобы освободить место для новых побегов. Наши отношения с Сомали начались сразу же после провозглашения независимости Сомали. Это было это в 60-м году. И постепенно отношения приобрели достаточно, как теперь говорят, продвинутые формы. В том числе они включали и военное сотрудничество еще до прихода Сиада Барре. Закрепиться в Сомали означало получить стратегическое положение в бассейне Индийского океана. Естественно, Москва не могла не приложить усилий для решения этой геополитической задачи. Объемы советской помощи Сомали неуклонно наращивались. В октябре 1969 года в стране произошел переворот. Действуя буквально по ленинским заветам, военные в одночасье захватили телеграф, аэродром и морской порт в столице Могадишо, арестовали правительство и парламент. Новую власть возглавил малоизвестный майор Мохаммед Сиад Барре. Практически сразу он провозгласил курс на построение в Сомали социализма. Это был военный человек. И за пределами военного образования, мне кажется, что его кругозор все-таки был не очень широк. Не очень широк. Он служил еще в колониальной администрации при итальянцах, потом в полиции и так далее. То есть все-таки в основном это был политик военного, так сказать, масштаба. Сомали это было полукочевное, так сказать, население. Там в основном занималось они животноводством, кочевными. Так. Даже сельского хозяйства не было. И вот на этой почве, так сказать, возникла идея о создании, построении социализма в Сомали. В Москве с энтузиазмом отнеслись к тому, что на карте мира появилось еще одно, как тогда говорили, государство социалистической ориентации. Тем более, что эта страна, расположенная на самом острие Африканского рога, имела важное стратегическое значение. С территории Сомали легко можно было контролировать вход в Красное море, а значит и Суэцкий канал. Сотрудничество двух стран, включая военное, стало бурно развиваться. Сиад Барре зачастил в Москву, где каждый раз его ждал теплый прием. Кремль был готов пойти навстречу практически всем его просьбам. Перед нами был очень такой доброжелательный, добродушный, пожилой уже тогда человек, казалось, искренне высказывающийся по поводу идеологической близости, преданности идеалам социализма, очень высоко оценивавший роль СССР в освободительном движении в мире вообще, в Африке в частности, в том числе и общая наша поддержка национального движения на африканском континенте. Много было слов хороших сказано в адрес Ленина, в адрес нашей помощи Сомали. Ну, естественно, ставились вопросы о расширении этой помощи и так далее. Помощь со стороны Советского Союза в Сомали приобрела особое значение с тех пор, как наша страна стала на путь строительства социализма. Это убедительное доказательство того, что все народы, идущие по пути социализма, являются братьями. За время пребывания наших советников и специалистов в Сомали мы им построили аэродром Могадишо и построили довольно приличную военно-морскую базу в Бербере, куда вложили много денег. Друзей было много, так? А где-то высадить наших моряков для того, чтобы они отдохнули. А я вот плавал на этом, на одном из крейсеров, когда мы ходили в Кисимай с официальным визитом из Могадишо, так? То наши по 6 месяцев вообще, так сказать, моряки не ступали, так сказать, на землю. Вот. Поэтому наши интересы там были значительные с точки зрения вот таких вот геополитических. Интересы Соединенных Штатов были, прежде всего, не потерять свои позиции вот в этой крупной стране, как Эфиопия. Естественно, в Сомали они не были довольны тем, что оно расширяло отношения с Советским Союзом. Это совершенно естественно в условиях холодной войны.
«Сомалийская демократическая республика уверенно идет по пути к социализму», писали советские газеты того времени. На деле же повсюду в стране главенствовали кочевой образ жизни и полуфеодальные законы. Повсюду, за исключением армии. В Сомали непрерывным потоком шло советское вооружение. Инструкторы и советники из СССР готовили сомалийскую армию по образцу и подобию советской. Практически вся военная элита страны прошла обучение в Советском Союзе, где наряду с профессиональными знаниями охотно впитывала социалистические лозунги. Для Москвы особую ценность представлял собой глубоководный порт Бербера на севере Сомали. Не случайно он постоянно находился под пристальным наблюдением американских спутников-шпионов. Порт был специально переоборудован для того, чтобы принимать и ремонтировать боевые корабли любого водоизмещения из состава индийской эскадры. Была создана и хорошо защищенная база для атомных подводных лодок. Казалось, ничто не могло омрачить светлое будущее советско-сомалийских отношений. Однако у лидеров Сомали все декларируемые ими принципы марксизма-ленинизма уходили на задний план, как только вставал вопрос о застарелом территориальном споре с соседней Эфиопией. После окончания Второй мировой войны среди сомалийцев, в частности, бывшем итальянском Сомали, бывшем британском Сомали, активизировалась политическая деятельность в пользу объединения всех сомалийских территорий. У сомалийских руководителей, вот это, я считаю, бредовая идея Великой Сомали. Вот надо им там кусок, это Агадена, провинция Агаден. Хотя я там неоднократно бывал. Выжженная пустыня. Там ни границ никаких, ничего нет. Там же невозможно обозначить. Там, я говорю, по 9, по 10 месяцев дождя не бывает. Ничего, там никакой растительности нет. Ничего. Сомалийцы были подготовлены морально о том, что они должны уничтожить, так сказать, этот самый императорский режим. Так? У них были нарисованы, так сказать, мишени. И они тренировались, как они будут уничтожать этого Хайле Селаси и его армии. То есть морально, так сказать, при поддержке правительства своего сомалийского, так, народ, население было готово идти, так сказать, освобождать Огаден. И я, естественно, знаю, что такие планы разработаны были, поскольку наши служили в генштабе сомалийской армии, естественно, так сказать, по просьбе сомалийцев такие разработки были сделаны. Планы планами, но пока власть Хайле Селаси казалась незыблемой, сомалийцы не отваживались перейти к широкомасштабным действиям. Тем более, что с одной стороны за спиной эфиопского императора стояли Соединенные Штаты, а с другой Москва никогда не поддерживала великодержавные амбиции Могадишо. Однако в 1974 году, с точки зрения сомалийских лидеров, ситуация коренным образом изменилась. Из-за засухи в Эфиопии разразился страшный голод, от которого умерло свыше 200 тысяч человек. Обострились и другие социальные проблемы, справиться с которыми был уже не способен престарелый эфиопский император. К концу царствования, если можно сказать, Хайле Селаси, Эфиопия даже по меркам Африки была одной из самых отсталых стран. По сути дела, вот эта независимая страна въехала в середину 20-го столетия на быках и деревянной сахе, на плечах вот нищего, забитого крестьянства. И тот легкий флер цивилизации, если можно так сказать, с атрибутами куцей конституции, куцем парламентом, определенным началом развития промышленных предприятий, образования, культуры, естественно, древние, но тем не менее с точки зрения охвата населения мизерным. Этот тонкий флёр, по сути дела, прикрывал жесткий самодержавный режим. В январе 1974 года начались народные волнения, на улицы вышли рабочие, студенты, учителя, их поддержала армия. Младшие и средние офицеры образовали временный военно-административный совет, который постепенно взял всю власть в стране в свои руки и низложил монархию. Со временем на первую роль выдвинулся Менгисту Хайле Мариам, подполковник тыловой службы. Он открыто заявил о приверженности идеям социализма. В Эфиопии были национализированы банки и крупные предприятия,
началась аграрная реформа и преобразование в сфере культуры. Как всегда, резкие перемены породили много недовольных. В стране началась гражданская война, оживились различные сепаратистские движения, и центральная власть ослабла как никогда. А в соседней Сомали внимательно следили за событиями в Эфиопии. Они почувствовали, что либо сейчас, либо никогда. Эфиопия находится в тяжелом положении, идут войны, гражданская война, войны по окраинам, она ослаблена. Вот именно сейчас они могут реализовать свои, так сказать, национальные давние чаяния, поддержать, как бы, так сказать, под лозунгом защиты национального союзного движения в Агадене, поддержать его, добиться, так сказать, конечного присоединения этого района к Сомали. В Кремле получали сообщения разведки и военных советников о том, что Сиад Барре замышляет нападение на Эфиопию. Москва была обеспокоена полученной информацией, и в Сомали была направлена делегация Верховного Совета СССР. На встречах с ней Сиад Барре клялся в верности социализму и убеждал в своем миролюбии. По традиции, во время визита не было конца дружеским объятиям и поцелуям. Советская делегация уехала полностью удовлетворенной. А спустя считанные дни сомалийская армия вторглась на территорию эфиопского Агадена. Сомалийцы, напав на Эфиопию, они как бы нанесли удар нам в спину. А это, в общем, мало кто прощает. Я думаю, что и мы это не простили. Это раз. Во-вторых, мы не могли поддержать сомалийцев, потому что это была открытая агрессия. Открытая агрессия, это было признано Организацией Объединенных Наций, это не наш политический лозунг. Дать отпор сомалийской агрессии, это, так сказать, все мировое сообщество об этом заявило открыто. Даже когда начались военные действия, мы пригласили в Москву делегации из Сомали и Эфиопии. Посадили их не вместе, а в разных комнатах. И наш заместитель министра встречался отдельно с теми и с другими, с тем, чтобы вырвать хотя бы какую-то, хотя бы точки соприкосновения найти, чтобы добиться мирного решения. Но и это не удалось. Кремль был в шоке. И в самом деле сложилась пиковая ситуация. Ведь лидеры обеих стран пользовались симпатиями и поддержкой советского руководства. Оба говорили о том, что ориентируются на построение социализма. Оба цитировали Ленина и Маркса. Оба были надеждой и опорой СССР в Восточной Африке. И вдруг один из них внезапно нападает на другого. А как же святой принцип пролетарского интернационализма? Особое раздражение в Москве вызвало то, что в вооружение и обучение сомалийской армии Советский Союз вложил столько сил и средств. Получается, что сами и подготовили агрессора. Кремль оказался перед выбором, но сделать его было не так просто. Мы 14 лет готовили сомалийскую армию. Готовили ее против Эфиопии, поскольку там американцы были. А затем получилась вот такая метаморфоза, что, значит, те войска, которые мы готовили, они сейчас хотят воевать против уже революционной Эфиопии. Сиад Барре с нашим предупреждением не согласился и начал боевые действия. Было просто непонятно, как это могло произойти, каким образом сомалийцы скрытно, заблаговременно подготовились к такого рода достаточно масштабной операции и смогли ее, в общем, почти осуществить. То есть все висело, на самом деле, на волоске. Здесь субъективный фактор – это непомерное доверие и генералу Сиаду, и вообще, так сказать, и военным сомалийским, которое было проявлено с нашей стороны. Вопрос шел о контроле наших военных за использованием нашей военной техники. Потому что тогда, если бы это было четко и ясно известно, я думаю, что и на политическом уровне могли бы предприняты более серьезные меры и не допустить до того, чтобы, так сказать, вот эта война вспыхнула. А уж коли она вспыхнула, то это было нормально с нашей стороны оказать поддержку территории территориальной целостности, независимости Эфиопии. Американцы, которые очень ревностно следили за развитием, ну, если можно будет сказать, нашего стратегического романа с Менгисту, они, кстати, по-моему, если я не изменяюсь, есть такое издание, или было, во всяком случае, American Notes в США, которые написали, что Советский Союз совершил сальто-мортале с сомалийского верблюда на абиссинского осла.
По эфиопским данным, во вторжении участвовало 12 механизированных бригад, 250 танков, 350 бронемашин, 600 артиллерийских орудий и 40 боевых самолетов. Общая численность сомалийских войск составила 70 тысяч человек. По африканским меркам – огромная сила. Воспользовавшись фактором внезапности, армия Сиада Барре быстро продвинулась вперед и вскоре сумела захватить значительную часть спорного Агадена. Во-первых, это абсолютно пустынный каменистый район, почти с отсутствием населения, в основном это кочевники. И появляется, ну, условно говоря, по африканским стандартам, такая военизированная армада сомалийцев на советской технике. И им потом противостоит другие военные подразделения тоже на советской технике. Обстановка была критическая в том плане, что на глубину 300-350 километров уже прошли сомалийские войска, и создалась реальная возможность захвата столицы Агадена, города Харар, и окружения основной группировки эфиопских вооруженных сил. Они мужественно сражались, но они все время отступали, потому что не хватало боеприпасов, перевес численный, технический и так далее был на стороне, конечно, Сиада Барре. Менгисту Хайле Мариам оказался в критической ситуации. Друзья прежнего эфиопского режима, американцы, отвернулись от него, не желая поддерживать его просоциалистический курс. Оставалось одно – обратиться за экстренной помощью к Москве и другим соцстранам. Было решено, что Куба пошлет экспедиционный корпус, а СССР поставит вооружение. Одновременно была сформирована группа советских военных советников. Мне было сказано, что Леонид Ильич Брежнев ставит перед вами три задачи, которые вы должны решить. Первое – сохранить революцию эфиопскую. Второе – сохранить целостность страны, потому что Сомали начали боевые действия, и на севере боевые действия идут из-за раздела этой страны, из-за ликвидации революции, раздела этой страны. И третья задача – Эфиопия традиционно должна быть дружественной нам страной. Многие годы советские военные инструкторы терпеливо обучали армию Сиада Барре. Теперь в кратчайшие сроки предстояло подготовить эфиопскую армию к борьбе с противником, который действовал по всем правилам советской военной науки. Ситуация выглядела тем более двусмысленной, что вплоть до ноября 1977 года советские военные советники находились по обе стороны фронта. Я говорю: братцы мои, вы меня извините, но мой родной брат в Сомали. Как? Я говорю: так и так. Да, да, есть такой полковник Чаплыгин. Я говорю: совершенно правильно, Михаил Васильевич. А я Петр Васильевич. Вот, значит, надо самым срочным образом, пожалуйста, его оттуда эвакуируйте. И он с большим трудом, а уже война же идет, и сомалийцы по-всякому старались наших офицеров удерживать там, чтобы они продолжали оказывать помощь. Мы полетели туда как скрытая делегация. То есть нас не афишировал никто. Но когда прилетели в Адис-Абебу в 12 часов ночи, встреча была организована в присутствии многих представителей дипломатического корпуса, с почетным караулом, с оркестром и так далее. То есть с музыкой. Но мы понимаем, это им выгодно. Нам не нужно было афишировать, что мы вмешиваемся сейчас в это, а им было выгодно. Парадоксов в сложившейся тогда ситуации было не счесть. Советские военные советники, в срочном порядке командированные в Эфиопию, столкнулись там с американскими военными инструкторами, которые прежде патронировали эфиопскую армию. Американцы до последнего не выводили свой контингент оттуда, имея в виду тех военнослужащих, которые дислоцировались в Асмаре на базе спутниковой связи.
и часть советнического контингента. То есть группа советников там была, да, небольшая, но тем не менее они до последнего там были. Я был шокирован, что столько лет они были, если мне память не изменяет, но, по-моему, около 20 лет они были в Эфиопии. И что за это, за такой большой промежуток времени они по-настоящему не создавали вооруженные силы Эфиопии. Эфиопия имела всего 4 пехотных дивизии, дивизии большие, очень слабо подготовленные, и практически у них было 60 танков всего. В чести Менгисту необходимо заметить, что в критической военной ситуации он не пытался продемонстрировать талант полководца, которым не обладал, и не мешал работать советским офицерам и генералам. И та, и другая сторона понесли очень большие потери. Сомалийцы в результате страшного стремления быстрее это сделать, поэтому неподготовленный рубеж где-то, они хотели сходу и натыкались на заслоны, на оборону эфиопов, несли потери. А эфиопы главным образом несли потери только потому, что они не умеют окапываться. У них даже саперных лопат нет. Советским военным советникам сходу пришлось решать множество проблем, от снабженческих до политических. По мнению многих, одним из решающих факторов, позволивших добиться перелома в войне, стали опыт и твердость, проявленные Василием Петровым, который был тогда в звании генерала армии. Именно он осуществлял общее командование и был наделен неограниченной властью. Первое ощущение вот, советских офицеров, да и эфиопских офицеров, и генералов многих – это страх. Потому что этот человек производил впечатление вот такой вот несокрушимой глыбы. Достаточно жесткой такой глыбы, которая моментально может с тобой сделать все, что угодно. Маршал Петров является национальным героем Эфиопии. Если бы, конечно, не он, там бы ничего не могли сделать. Он только мог своей силой воли, своей жесткой постановкой вопроса, сильной организацией ведения боевых действий, контролем за ведением боевых действий. Только он мог это сделать там. Менгист мне об этом неоднократно сам говорил потом, что вот этого человека я по-настоящему, я не просто уважаю его как военного, я не просто ценю его заслугу, его заслуги в том, что была пресечена вот эта агрессия сомалийская. Я просто вот как настоящего военного, советского военного, вот образец, что ли, советского военного, который я в своем, так сказать, сознании сформировал, вот этот человек отвечает всем моим представлениям о советском военачальнике такого высокого ранга. Когда я приехал, решать проблему перехода в контрнаступление, то уже война шла месяцев 8, наверное, или месяцев 6. К этому времени эфиопская армия потеряла 200 тысяч убитыми и покалеченными. Я не говорю ранеными, потому что рана она легкая, рана она какая-то сквозная там и прочее. Ее просто отпускали домой, больше ничего. А в госпитале брали только, знаете, все ноги оторваны, руки оторваны, там вот это, искалеченные. 200 тысяч человек. То есть можно смело сказать, что эфиопы грудью закрыли свою родину. Ко времени приезда в Эфиопию советских военных советников положение на фронтах несколько стабилизировалось. После первых успехов сомалийские войска забуксовали. Приостановить наступление противника эфиопам удалось дорогой ценой. Они потеряли около 200 тысяч убитыми и ранеными. Из-за отсутствия подготовленных резервов в бой приходилось бросать необученные части народного ополчения. Сомалийские войска стремились захватить столицу Агадена, город Харер. Тем временем начали прибывать кубинские добровольцы, а из Советского Союза непрерывным потоком текли военные поставки. В
все расчеты по формированию этих дивизий, по вооружению, по техническому оснащению, по тыловому обеспечению. Это значит все от обуви до головного убора. Вы представьте, какой колоссальный объем нужно было выполнить нашей стране, чтобы в этой стране, где ничего нет, все надо было завести, и вооружение, и технику, боеприпасы и так далее, и командные кадры подготовить и так далее. Таких аналогов в проведении вот такого рода масштабных операций, с учетом расстояний там, от Советского Союза и Кубы до Эфиопии, таких аналогов не существует, с учетом сроков. То есть, если решения были приняты, насколько я знаю, нашим руководством вместе с кубинцами и с Менгисту где-то в сентябре, октябре 1977 года, то к концу декабря все необходимое вооружение, вся боевая техника были уже переброшены в Эфиопию морским и воздушным путем. Однако завести в короткие сроки огромное количество военных материалов – это только полдела. Необходимо было и обучить эфиопскую армию владению незнакомой для нее прежде боевой техникой. В спешном порядке создавались училища для сержантского и офицерского состава, солдатские курсы. Обучать приходилось чуть ли не на ходу, в самые сжатые сроки и по укороченной программе. Быстро выяснилось, что одна из самых острых проблем – уровень подготовки командного состава эфиопской армии. Подготовка эфиопской армии была очень слабой. Офицерский состав обучался весь в английских колледжах. В основном изучали английский язык. А военное дело они знали плохо. И технику плохо знали. Эфиопский офицер, который заканчивал там свои училища, но они были на уровне наших сержантской школы. Понимаете? И сколько раз тому же Менгисту говорили, ну ты хоть поучись, немножко съезди к нам. А он закончил Халецкое военное училище. Ну, это наша сержантская школа, не больше. Когда мы приехали, я стал требовать, ну, где полевые дороги, как можно обойти основную магистраль, чтобы выйти противнику в тыл. Или какие здесь препятствия, которые можно упереться. То ли это болото, то ли это враги. То ли... Ничего офицеры не знают. То есть они оперативных рекогносцировок не проводили, местность не изучали. Военный конфликт между Эфиопией и Сомали носил своеобразный характер. По крайней мере, с точки зрения наших военных советников. Они воочию увидели то, что можно назвать войной по-африкански. Многое из того, с чем столкнулись советские офицеры, вызывало у них недоумение и даже полное неприятие. Когда боевые действия идут успешно, ну хоть немножко мы продвигаемся, они хорошо воюют. Как немного их контратаковали, как кто-то где-то побежал, они очень хорошо бегут. Поэтому, если так односложно, можно сказать, что они очень дружно наступают и очень дружно отступают. Первая мера, которую применяют, это высшая мера наказания. Вот не выполнил командир дивизии какую-то задачу, убрать и расстрелять. Командующий фронтом, командование, не получилось у него. Снимайте другого, назначаете, а этого расстреливают. Я приехал на первой беседе, заканчивая беседу, говорю, что товарищ председатель, при нашей первой беседе я хотел высказать первую вам просьбу. Пожалуйста, пожалуйста, давайте этот метод отменим. Пока я буду присутствовать в Эфиопии, чтобы высшая мера наказания не применялась. И он это сдержал. Он это сдержал. Расстрелов не было.
и та, и другая сторона не берут пленных. Они просто их уничтожают. Когда задаешься вопросом, почему, они говорят, кормить нечем, располагать негде, лагерей нет, воды нет для них. Если их не обеспечить этим всем, они будут разносчиками эпидемии. Вполне логично, понимаете? Ударные части эфиопской армии были сформированы из числа кубинских добровольцев, откликнувшихся на призыв Фиделя Кастро. Революция в Эфиопии в опасности. Кубинцы прибывали морем и по воздуху. Приезжали налегке, в гражданской одежде, чтобы особо не афишировать свое участие в конфликте. Когда возник вопрос о посылке кубинских военнослужащих в Эфиопию, Фидель тогда выступил на митинге и обратился с призывом добровольцам принять участие в этой операции. И, насколько я помню, со слов кубинцев, что на этот зов, на этот призыв откликнулось около 100 тысяч человек. А нужно было всего 13,5. Вот эти 13,5 были переброшены. И это не были профессиональные, в том смысле, что профессиональные военные, в том смысле, что они были из регулярной армии, ну, за исключением командного состава. То есть командующие войсками со стороны кубинцев, да, это профессиональные военные, там те люди, которые командовали бригадами, да, это профессиональные военные, штаб, естественно, был представлен профессиональными военными, остальные это были добровольцы. Они даром время не теряли и у нас, и дома занимались усиленно боевой подготовкой. И в смысле военной подготовки подготовлены отлично. Кубинцы сразу садились на нашу технику, так, несмотря на то, что ведь от нулевого, что называется, до подняться до 2000 метров по горам, по горным, не очень таким активным дорогам, так, все равно кубинцы, так сказать, довольно мужественно и смело овладевали этой техникой, они уже были подготовлены. Кубинцев выгодно отличала не только хорошая подготовка, но и высокий боевой дух. Фидель Кастро напутствовал их словами о том, что они едут сражаться за правое дело, помогать братскому эфиопскому народу отразить внешнюю агрессию. Из числа кубинцев было сформировано две бригады, одна механизированная и одна танковая. Их всегда ставили на направление главного удара, и они никогда не подводили. Большую роль сыграли и кубинские летчики, наносившие бомбовые и штурмовые удары по сомалийским войскам. Во всей операции у них погибло 4 самолета, наших 4 самолета, и 2 самолета было сбито эфиопских. Погибшие летчики, те, которые не попали во взрыв, а остатки какие-то и то уважили. Они в этом отношении очень... Ну, потом я встречался с Фиделем после операции. Он говорит, вы понимаете, ведь каждый гроб, привезенный на Кубу, это такая агитация, которая сильнее всех ваших эфиров. Он дипломат такой. Когда возвращались они домой... Это я от них, от многих слышал, потому что по многим. Лично Фидель у самолета встречал всех и каждому жал руку. Вот это они очень гордились. А как, еще раз подчеркиваю, как воины, это бесстрашные и мужественные люди. Я убеждался неоднократно. Советским военным советникам приходилось нелегко еще и потому, что из Москвы постоянно требовали ускорить переход в решительное контрнаступление. Василий Петров, к мнению которого прислушивались, отбивался как мог. Он справедливо считал, что переход в наступление без должной подготовки – слишком большой риск и может обернуться неоправданными жертвами. Я даже запретил стрелять из РС. Получает реактивный снаряд, получает 6 штук. Раз, два, расстрелял, и сидит, потом ничего не делает. Был издан приказ. Командующий фронтом может только разрешать стрелять реактивному дивизиону. Но зато к переходу в контрнаступление мы накопили 1,5 боекомплекта боеприпасов.
И когда мы использовали пол боекомплекта на одном направлении, сомалийские солдаты и офицеры поднялись и бежали, наверное, пока их кто-то не остановил там. Первый контрудар был нанесен эфиопской армией и кубинскими бригадами 12 февраля 1978 года по флангам сомалийской группировки под Хареном. После мощной огневой подготовки эфиопские войска перешли в наступление и быстро прорвали оборону противника. Опасаясь полного окружения, сомалийцы стали отступать, а потом и вовсе побежали, бросая оружие и тяжелую боевую технику. Когда начали отходить, и пошла везде паника, что нас окружают, нас подавляют сильным огнем и прочее, и я оставил на этом направлении один батальон танковый и одну бригаду. Остальное перегруппировали в течение ночи на юг, в район Деридау, где сомалийцы подошли прямо к аэродрому. И два дня мы готовили там контрудар, потом там провели успешный контрудар с большим заходом в тыл на глубину уже 50-60 километров, который принес нам очень большой успех. Мы захватили 70 танков, разгромили полностью группировку, которая обороняла район так называемый Джердеса. Когда сомалийцы отступают, они теряют, естественно, почву под ногами, они, как египтяне, почти сбрасывали обувь, там, сапоги или что-нибудь, и бежали босиком, потому что там сподручнее, удобнее, они так с детства привыкли бегать. И вот когда они видели свой знакомый танк, они стучали там в борт, чтобы их забрали, открывался люк, и кубинец забрал его за шкирку и сазал его вовнутрь. Сомалийцы ошиблись, потому что танки вроде бы свои, а это чужие. В результате успешных контрударов вектор боевых действий очень быстро изменил свое направление на прямо противоположное. Теперь уже сомалийцы откатывались назад столь же стремительно, как еще совсем недавно наступали. Третий контрудар был северо-западнее Харара. Я лично им руководил, он проходил в личных, то есть в горных условиях, с различных направлений. В результате этого контрудара мы вышли на Гаденскую равнину. И как только мы вышли на Гаденскую равнину, то уже было ясно, что дальше мы можем вводить в сражение танковые армии. Затем было объявлено всеобщий переход наступления всех сил. И через два дня Сиад Барре заявил о прекращении боевых действий. Вся операция против сомалийцев напоминает три молниеносных удара шпагой. Всего 20 дней понадобилось эфиопской армии, которой командовали советские офицеры, для того, чтобы навсегда похоронить мечты Сиада Барре о присоединении Агадена и создании великого Сомали. Недолгая война успела, тем не менее, собрать кровавую жатву в многие сотни тысяч убитых, раненых, покалеченных. Впрочем, потери обеих сторон могли быть много больше, если бы не тщательная подготовка, грамотное планирование и эффективное осуществление наступательных операций. В лоб я во всей этой операции никого не атаковал никогда. Мы атак лобовых не проводили. У нас были подвижные два полка, и кубинские, мотострелковые и танковые, ну их бригады называли. Мы, используя обходные маневры их с десантом эфиопских бригад, всегда ставили противников и сильного огневого поражения, положение отхода, они бросают оружие и уходят. Им сделали, так сказать, кубинцы проход, тем, чтобы они не вышли без уничтожения. Хотя много вопросов возникает, а почему бы их, так сказать, там, ну, не уничтожить эту группировку. Было принято решение просто, так сказать, их выпустить. Технику они бросили и ушли, сомалийцы. Поскольку нам поставлена была задача пресечь сомалийскую агрессию,
не занять сомалийскую территорию, не овладеть Могадишо, то я не ставил перед собой целью организовать и провести операцию на окружение и уничтожение. Просто вынуждали их покидать позиции и откатываться назад, 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 в тыл и в конечном итоге за границу. На мой взгляд, все было сделано в высочайшей степени грамотно. В результате операции мы понесли 506 человек убитыми, потери. Я считаю, что это минимальные потери. О таких операциях обычно говорят. Проведена как по учебнику. Впрочем, она и сама вошла в учебники, и причастные к ней генералы могут законно гордиться сделанным. А для эфиопов победа над сомалийцами, напавшими на их родину, стала поводом для всенародного праздника, который они отмечали в присущей только им манере. Закончился первый контрудар под Хараром. Успешный. Приезжаем мы в город, пошли ужинать. Вдруг открылось во всем городе, город населения 1040, наверное. Значит, такая страшная стрельба, причем с этими самыми трассирующими пулями. Я командующему фронту, в чем дело, что кто ворвался в город? Почему не докладываете? А он стоит, знаете, такой полный, полный, довольный эфиоп и улыбается. Я еще так немножко зло говорю, ну ты мулат, ты чего улыбаешься? Я серьезно спрашиваю, может быть, кто-то ворвался в город? Он говорит, нет, товарищ генерал. Население города приветствует нашу первую победу при контрударе. Ну вы подождите, вы за этот фейерверк расстреляли пол эшелона наших боеприпасов. Но главное, когда стали на утро подсчитывать, я заставил, подсчитайте все-таки, сколько убитых. 30 человек убитых. Чем этот конфликт характерен, что это один из немногих, если не единственный локальный военный конфликт, в котором наши вооруженные силы тем или иным образом были задействованы, в котором нам удалось одержать победу в послевоенное время, чистую победу.